Дню Кадал представляет. Эй, всем привет, с вами как Данил на канале снимать. И мы начинаем проходить Чужие против Хищника. Так, мы сначала этого робота убьем. Так, пулеметы мы уничтожим. Так, и у нас такая, сейчас у нас закроется, и у нас там будет еще. Это уже последний финал, который мы будем с вами проходить. Так, где тут у нас? А, чужие, вот они, прячутся. Ай. Ладно, идем. Тут мне кажется, что я чую своими глазами и своим этим слухом. Так. Опа. Через сквозь дверь и дверь. Ладно. Тут надо открыть специальный какой-нибудь ключик или сломать, или еще что-нибудь. Так, ладно. Ну, в принципе, можно и уничтожить такие две штуки для этого. А, как это называется? А, паук! Блин, надо с пистолетом уничтожить этим специальным. Так. Паук тот. Ай, да вы уйдите наконец-то. Мне надо паука уничтожить, чтобы он мне не попал в лицо. Я за солдата тоже играл, чтобы паук не попал. Ну, все, в принципе, там еще нету. Теперь можно идти дальше, отправляться в путь. Идем. Так. Так, мы уничтожили. Где тут у нас? Ай, больно. Как больно. Ты уйдешь или нет? О, кажется, ты еще ползешь. Не бегаешь, ладно? Сейчас. Ай, ай, да сколько вы уйдете наконец-то? Мне надо заправиться кое-что. Так, блин, сейчас не до этого. Так, аптечка медика. Так, сейчас. Все, в принципе. А это уже проливается таким ядом кровью у чужих. Ладно? Сейчас. Так, надо спускаться вниз и идти дальше. Так, и что тут у нас? О, господи, это же кобра! Кобра чужие. Так, давай, 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 попадайся! Давай! Господи, давай. О, все, мы прошли 5 минут 44 секунды. Норма, это арбалет. Ну все, а теперь остался. Это последний у нас финал. Эпизод 6 у нас остался. Так, ну что ж, давайте-ка мы уже продолжим с вами кое-что. Пройдем это и все. А, что такое? Что-то не запускается. У меня что-то такая хренати не запускается у меня. Ладно, сколько у нас... Ну, пока что есть. Так, ну что ж, я уже так это перезагрузился. Теперь нам остается только этот, как его. Ввести читы коды, потом. Так. Сейчас надо ввести. Так. Так. И получается грабит пушку. Так. Фу! Я, кажется, почти попал диском! А, точно, точно, точно попал. Еще не знаю, что дальше будет вообще. У нас статистика, у нас 29 секунд, нормал, диск, оружие. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать. Это мое новое следующее видео, ребята. И давайте, не знаю, всем удачи и всем пока. Спасибо, друг, что досмотрел дорогой ролик. Я уже, кстати, учу там, ну, на работе кое-что там про сварочные работы. Я вам скажу про эти самые электроды и про, и не только, а про конструкционных стали вообще. И там подобные еще. А автоматически это, не знаю, там что-то сварочного процесса там. Пока всем. Раньше здесь были читы-коды. Оп-о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 п. Читы-коды, читы-коды, читы-коды. И вперед играть вместе со мной, щитами, кодами в игре одиночном и приключениями.